Всем большой привет! И сейчас я вам покажу, что я приобрела сегодня в магазине для творчества Леонардо. В одном из видео я сказала, что у меня заканчиваются белила титановые. И сегодня в первую очередь я пошла к полке с красками и выбрала вот такие белила себе. Это Ладога фирма, делаются у нас в Санкт-Петербурге, титановые белила. Они более белые, более плотные, чем цинковые. Масляная краска, большой тюбик. 120 миллилитров. Это он у меня упал на пол, на ковре, представляете, упал на ковер и помялся моментально от удара. Очень мягкий тюбик такой металлический. Гнется легко от любого прикосновения, удара. Тяжелый. Так, дальше я взяла вот такую краску. Это я беру специально для того, чтобы рисовать цветы. Пионы, розы. Вот мне нужны более яркие цвета были. Я взяла кадмий красный легкий, светлый вернее. Кадмий красный светлый. Это мастер-класс уже идет красочка. Гераниевая красная. У нее такой цвет, я бы даже сказала, не гераниевая, а лососевая. Немножко с таким оранжевым оттенком. Для тех, кто видел герань, не составит труда представить себе этот цвет, если камера его не передает. Такой яркий красно-оранжевый цвет. Желто-зеленый. Так, как он называется правильно? Киноварь. Киноварь желто-зеленая. Или киноварь. Вот, потом я сделаю выкраску этих красочек. Покажу, как они смотрятся на бумаге. И кобальт фиолетовый светлый. Я ее буду разводить белилами. Будет розовый красивый цвет. Так, дальше я взяла небольшой мастихинчик, вот с такой лопаткой небольшой совсем, для того, чтобы рисовать миниатюрки. У меня есть маленькие холстики, такие 10 на 10. Сейчас покажу. Вот как эта чашечка на холсте 10 на 10 у меня. Вот таких у меня еще несколько штучек. И очень удобно будет вот таким маленьким мастихинчиком на них работать. Эта чашечка у меня там на полочке стоит. Там. Вот там вдалеке. Вот сирень тоже стоит у меня здесь на кухне. И вот здесь же чашка. Я специально поставила, чтобы свет из окна падал с левой стороны. Как будто от нее падает тень. Вот. А у сирени у меня разбилась рама. Стоит без рамы, видите? Ободранный край. Это она у меня упала так сильно, что рама просто развалилась, треснула. Помимо красок взяла парочку вот таких холстов. 25 на 25 на картоне. Мелкозернистый. Ну, теперь пробегусь по ценам быстренько. Краска масляная Ладога. Это у меня белила. 420 рублей белила. Холст грунтованный на картоне, две штуки, 90, положим, вот, две штуки, 97,65, это уже со скидкой у меня, по-моему, там по карте была покупка, поэтому это уже идет цена со скидкой. Так, пакет Майка, дальше у нас идет инструмент Виста Артиста, это мастихин, 155,31, и 4 краски, 3 краски по одной цене, 397,11, раз, два и три. И одна краска тюбик по цене 511,60. Это вот этот артикул. Я посмотрела, это вот эта красочка, она подороже. Хотя, честно говоря, не знаю почему. Вот смотрите, если вот на этих у нас идет вот три звездочки, видите, вот три звездочки. Три звездочки, и вот этот квадратик закрашен наполовину. То есть у него средняя покрывная способность, устойчива к свету, не будет желтеть и портится на свету. У этого тюбика то же самое. Тоже средняя покрывная способность. И троечка. Три звездочки. Светоустойчивость хорошая. И здесь плотная. Полностью закрашен квадратик. И три звездочки также. А вот на этом, который дороже, здесь две звездочки. И показывает квадратик прозрачный. То есть она для
более таких работ, где не такая плотная краска требуется. Для лессировочных работ у нее слабая покрывная способность, и она более прозрачная краска. И две звездочки. Дороже эта краска, видите, с двоечкой. Она менее устойчива к ультрафиолету. То есть у нее немножко хуже показатель, но все равно она хорошая. Ну, сейчас я сделаю выкраску, покажу, как они смотрятся, эти цвета, на бумаге. И пока доставала мастихин из упаковки, обнаружила брачок. Вот, смотрите, слышу, что-то гремит. А потом посмотрела, а вот эта штука, она не держится, слетает. Здесь есть такая впадинка, дырочка, и в нее должен вот заскакивать там, как бы он закреплен. Видите, а тут уже расцарапано все это дело. И он там не держится. Вот как, вроде бы как защелкнулся, но он не держится все равно. Раз, раз, легко снимается. Вот. Ну ладно, я думаю, что я его... А, его не снять. Его не снять отсюда, если только на клей на какой-то посадить или еще раз долбануть чем-то, чтобы оно туда зацепилось за это дерево, за ручку. Нет, он там уже стерлась, вот это все деревяшка, видите? Не держится. Ну, сейчас попрошу мужа, что-нибудь придумает, мне сделает. Вот если... Нет, вот все пальцем, легко пальцем все снимается. То есть в работе в самый неподходящий момент оно может съехать, я могу дернуть рукой случайно, испугаться от неожиданности, там какой-нибудь... В работе будет брак. Сейчас что-то придумаем. Вот так выглядят эти цвета. Кадмий красный, гераниево красная. Она здесь концентрированная, поэтому получилась такая темная. Если ее растянуть или смешать с белилами, она очень красивый лососевый цвет будет. Коралловый лосось. Следующий желто-зеленый идет цвет. Это я буду в зелень добавлять. И, как я говорила, полупрозрачная вот эта краска, но она дороже. Кобальт фиолетовый светлый. Честно говоря, я на это не обратила внимания. Я бы, наверное, взяла бы более плотную краску. Вот. Но мне нужен был такой цвет, поэтому взяла, чтобы немножко пальцем растянула красочку, чтобы было видно примерно какой цвет. Вот. Она очень быстро делается матовая, потому что масло сразу впиталось в бумагу. Видите, даже видно вот жир вокруг вот масла. Наоборот, если сейчас посмотрим, жирные пятна. А это остается пигмент сверху. Ну, а сейчас я пойду выбирать себе источник вдохновения, на что я буду смотреть и рисовать цветы. Спасибо всем за просмотр и до встречи. Пока!